Вселенский хлоу, с вами Реакшн Шоу, и сегодня будет реакция на новое видео с канала Синдука под названием «Ах, коты». Ну что ж, я думаю, каждый из вас любит котиков, а если нет, то обязательно напишите в комментариях, почему. Ведь большинство людей любит котиков за их мимимишность, за их резвость и за их вообще веселое поведение. Ну, давайте узнаем, как Синдук относится к этим пушистским созданиям. Итак, погнали смотреть. Коты крутые. Это да. На протяжении 10 тысяч лет управляют нашей планетой как клубком шерсти. Ну, возможно. Что им вздумается, но мы все равно им все простим. Обоссанный фамильный коврик, разбитые горшки, миллионы убитых граждан. Что? Нет, был другой усатый засранец. Которого все равно любят! Нет! Когда человек одомашнивал животных, то собаку он приручил, чтоб та сторожила, корову, чтоб та давала молоко, лошадь, чтоб на ней кататься, а кота... Кота он не приручал. Кот просто приперся в хату и сказал, типа, мяу. Теперь я тут главный, это не обсуждается. Всем молчать, И, кстати, я там еще насрал на входе. Не забудь убрать. Пошел нахуй, щенок. Человек вроде как пытался выгнать кота, выразить протест, но как только он собрался это сделать, кот ушел сам. И человек сразу по нему заскучал. Это называется реверсивная психология. Коты те еще сумрачные гении. Поэтому мы их так и любим. Котики — это как бухающий батя. Вроде твоя всякую херню, денег в дом не приносят, писают мимо унитаза, спят по 12 часов, ночью не пойми где ошиваются, а если их разозлить, могут и покусать. Но они такие забавные. Блин. Передос мимишность сейчас будет. Коты. Счастье разочарования. Ах, коты. Очень мы любим и... Просто. Ах, коты, такие забавные, ах, коты, ссаные и драные, ах, коты, ну как же без них жизнь прожить, ах, коты. Еще в Древнем Египте просекли фишку с катанами. Осознав истинную религию, египтяне возводили в честь кошек монументы, строили гигантские кошачьи ушки, да и вообще всячески оберегали этих животных. Серьезно? Пирамиды как кошачьи ушки? Женщина в возрасте... Почему раньше об этом не догадался? Кошка считается сумасшедшая, а тогда ее звали Клеопатрой. К сожалению, чрезмерная любовь к котикам сыграла в итоге с Древним Египтом злую шутку. Персидский завоеватель Камбис II, покоряя Египет, во время сражений брал беззащитных котиков в заложники, привязывал их к щитам своих воинов, да и просто подкидывал в небо. Египтяне не могли допустить издевательств над священными животными, и им пришлось сдаваться. Жесть. Ну, а что касается этого больного ублюдка Камбиза II, знаете, что с ним в итоге случилось? Как ему пришлось расплатиться за свои злодеяния? Так. Он сдох! И так будет с каждым, кто имеет что-то против котиков. Окей, рано без комментариев. Поздно. Невероятно, но кошки еще и способны лечить своих хозяев от самых разных болезней. Это общеизвестный доказанный факт. Об этом даже говорили в новостях по телевизору, а там, как известно, дерьма не скажут. Да. В борьбе с ВИЧ нам помогут кошки. Намотайте себе на ус. Чё? Не хватает денег. Серьезно? На консервативы. Не беда, натяни кота на яйца. Он не только от ВИЧ тебя сбережет, но и от других неприятных болячек. Мужчина вот пришел на этот на прием и говорит, мой кот лечит простатит. Ясно вам? Каким образом? Способен лечить простатит, в отличие от доктора Кто. Кстати, раз уж речь зашла об Англии, как заявляют мудрые бабушки, повидавшие в этой жизни явно больше нас, в английских аптеках наряду с привычными лекарствами продают белых кошек. Только в Англии Серьезно? В аптеках записываются. И там белых кошек покупают, независимо от породы. Вот именно вот в Англии. И именно белых, да? Well, that's so sad. В Англии заходишь такой в аптеку, показываешь рецепт, у тебя спрашивают, что-нибудь? Вы белого кота в таблетках или в каплях? А ты им такой, а чё, ректальные свечки не завезли сегодня? А они в ответ, нет, так что берите капли, их у нас кот наплакал. Любопытно, что доказательств продажи котов в английских аптеках вы это не найдете, угарно. Даже если приедете в страну и лично спросите об этом у фармацевта. Англичане, по всей видимости, скрывают кошачью панацею, не хотят делиться с остальным миром. Действительно, зачем? Но наши шпионы этот секрет раскусили как скорлупку от семечек, так что пора забыть о некачественных дорогих таблетках и прочей непонятной хрени, которую нам выписывают врачи. Хватит совать нам кота в мешке. В смысле, в общем, коты рулят. Ах, коты, божье создание, ах, коты. Блин, классная музычка, песенка. Ах, коты, очень мы любим их. Ах, коты, ах, коты, такие забавные, ах, коты, ссаные и драные, ах, коты. Ну что ж, котики — это сила, котики — это власть, из этого видоса мы это поняли на 100%. Ах, коты, блин, песенка реально классная. Видос просто идеальный. Вот Синдук красавчик. Все плюсы рассказал про котов.
почему даже их стоит завести, и потроллил некоторые стереотипные моменты. Ну, скажу честно, у меня домашних животных нет, но я думаю, может быть, в скором времени я кого-нибудь заведу, может и нет. Но тем, кто хочет приобрести кота и все-таки еще сомневается в этом, мне кажется, видос уже все вам доказал. Ну что ж, если вам понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, также не забудьте обязательно нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видосиков. Оригинал будет, как всегда, по ссылочке в описании. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока. Мяу.